О, ну наконец-то здравствуйте. Наконец-то. И все убежали. Все вернулись. Все? Нет. Дела. Лопухи растут. Че тебе, голуби достать? Ты так тут села. Белому точно голубя одного надо достать. Маленькие лопухи должны быть большие. Я думаю, что первый год, если все будет хорошо, они такие большие не будут, как на Сахалине, конечно. Вот. А вот тут вот начинает расти клевер. Что тоже не может не радовать. А тут Алиса гоняет белого. Тихо. Тихо! Прекрати! Ты что? Он тебя покусает. Он пугается. Из-за того, что пугается, тебя куснет. Он, видишь, как испугался. Белый, иди сюда. Ты чё? Ты чё такой пугливый на лесу? Это негодяйка. А вы говорите, что я его не глажу. Ну, поэтому я его и не глажу. Потому что я сейчас пойду мыться. Вот после этого. Ты чё такая хулиганка? Утром устраиваешь. Еще. Так, ну-ка, прекрати. Прекрати. Не хулигань. Прекрати, говорю тебе. Возмущается еще. Так напугался, смотрит на свой. Прекрати его трогать. Прекрати. Прекрати. Не трогай его. Да он уже все, убежал. И значит, и белый, беги. Беги. И белый от нее носится. А голуби все наблюдают. Вот такая вот утренняя. А я пошел мыться. Короче, что там такое? Чешется? Все. Пойду я помою теперь руки, ноги. И еще раз он меня. Все. Такая лиса подкрадывается к белому. И хватит его. Алиса. И сидит, как ни в чем не бывало. Такая ля-ля-ля-ля-ля на поляне. Я.